Дорогие друзья, сегодня мы примем с вами участие в матче Бавария-Арсенал, но мы с вами болеем за Арсенал. Идем за мной. 45, please. Okay. Вперед, Арсенал. Чтобы достать пиво на Альянс-арене, нужно вот на эту карточку положить немножко денег. Сейчас мы это сделаем. Please, can you help me? На Альянс-арене можно купить настоящее немецкое пиво. На Альянс-арене можно купить настоящее немецкое пиво. В домашней игре Арсенал победил Баварию со счетом 2-0. Сейчас ответный матч. Посмотрим, сможет ли Бавария сломать дух Арсенала. А сейчас мы попробуем спросить английских фанатов, что они думают о Арсенале. Why Arsenal your favorite club? Because they play beautiful football. Well, win. What will be the score? What will be the score? Score will be 2-0. Was den Platz, der Mann ist der Wahnsinn. Tor für den FC Bayern München. Eben Torunze Nummer 10. FC Bayern München. Yeah! Arsenal London. Null. Danke. Вчера был, конечно, прекрасный матч. Это настоящий перформанс, достойное украшение Еврокубка. Но, к сожалению, это все было прекрасно только для болельщиков Баварии. Такие скромные, преданные поклонники Арсенала, как я, были очень расстроены. 5-1, 5-1. Ну, это ни в какие ворота. Конечно, первые непонятные минуты матча, которые принесли гол Арсеналу, расставил, отбросил команду назад морально. Безусловно, безусловно. В какой-то момент нам показалось, что она просто поплыла даже. Но где-то в середине матча команда собралась и, к сожалению, глубокому сожалению, не смогла реализовать ни одного момента, кроме одного. Thank you. Водочки не хватает, правда, да?